кроме определения констант, ключевое слово const можно использовать для аннотации методов классов, которые не изменяют поля объекта. Так, например, описывая класс целочисленного массива, можно указать слово const у метода size. Данный метод не изменяет полей класса, а просто возвращает размер массива. При этом, если мы пытаемся изменить поля объекта внутри метода, который объявлен как const, то это приведет к ошибке компиляции. Как вы помните, методы отличаются от функций тем, что у них есть один неявный параметр. Это параметр называется this, и обычно он имеет тип указателя на экземпляр объекта. В методах, которые объявлены как const, тип this – это указатель на константное экземпляр объекта. То есть, например, внутри метода size класса int array тип this будет int array const звездочка. У константных объектов, или если вы имеете дело с указателем или ссылкой на константный объект, можно вызывать только константные методы. То есть, например, если вам какая-то функция вернула указатель на константное значение типа int array, то у него нельзя вызвать метод, который не объявлен как const. Ну, например, метод resize, очевидно, меняет данные массива, и поэтому не может быть объявлен как const. Поэтому, если мы пытаемся его вызвать у константного объекта, это приведет к ошибке. Аналогично, если мы пытаемся вызвать неконстантные методы внутри константных, это тоже приведет к ошибке, да? То есть слово const запрещает не только явно менять поля объекта, но и делать это опосредованно. То есть, например, вызвать неконстантную функцию внутри константной.